Всем здорово, ребятухи! Начинаются мои путешествия. Сейчас еду на вокзал, отправляюсь в Запорожье на соревнования на чемпионат Украины. Как я и обещал, я все-таки поехал на него. Сейчас сяду на маршрутку, доеду. У нас поезд на вечер, на 8. Сейчас примерно 6:30, где-то так. В общем, доеду, там поснимаю. Приехали в Запорожье. Что? 14 нормально. 14? Где он становится? Где что-то победа? Сколько идет? Ну, блядь, 6, наверное, все выезжают нормально. А у нас сколько времени еще? Полчаса, да? 15 минут еще. А, ну нормально. Ну и не факт, что я не буду ровно в 15. Ну, сейчас я напишу. Короче, перетащили на хату теперь, да? Ты сейчас будешь звонить или нет? Не, я сейчас наберу Нижнюю Днепровскую. Дядя Валера заехал в хату. Короче, приехали уже с поезда. Мне спать не давало, блин, какая-то паскуда. Храпела, блин, всю ночь. Короче, жесть. Хату такую нормальную сняли, вроде бы, вот, красивина. Нормально жить можно. Такая, короче, хата. Жрать, отдыхать как без этого. Сейчас, походу, поспим. Мы отдохнем немного, я буду стараться, Андрюшу. Ты задолбался, блин. Тяжело же, да? Вот так будем отдыхать. И готовиться к соревнованиям. Сегодня только 25 число, забег 8. Снимаю видео. А чё? Лох. Да. А что, у тебя машинка? Да. Ну так и ж. Цель на эти соревнования, это, наверное, минимум. Быть 12-м хотя бы. Минимум 12-м. Потому что зачет. Ну, зачет идет только первый 12 человек. Приносит какие-то очки своему, так, в области своей. Весь прикол, что из области я один поехал. Из 8 человек. Некоторые поболели, получили травму, мне пришлось ехать одному. В основном, как вместо тренера еще один человек поехал. Один в поле воин, хули. Так что? Вся надежда, так сказать, на меня. Ну или я не знаю, как это звать вообще. Посмотрим. Ну, знаю, как меня накрывает после 400. Хотя, по сути дела, Николай, ну, особо и соперников таких нет. Ну, сильно. В смысле, там, я бегу вечно первый, а тут буду бежать или второй, или третий. Впереди меня по-любому будет какой-то сильный, более сильный соперник. Придется будет за ним бежать. Короче, я не знаю, как это получится. Все-таки первые мои соревнования на личную. Ну, личная, на личной дистанции. В прошлом году, в позапрошлом, я ездил на эстафете 4 по 100. И все. Очень не выступал. А тут именно на дистанции 400 метров полгода готовился. Не знаю, посмотрим, что с этого выйдет. Короче, буду пока вместе отдыхать, купаться, жрать, там посмотрим. Будем потихоньку собираться уже на тренировку, на разминку. Еще 2 дня до соревнований, этот следующий, 27-го выступления. Так что еще есть время опробовать дорожку, побег гиражи, там, может, какие-то ошибки исправить, если получится. Готовимся, в общем. Нормальный снег валит. Снег нормальный такой валит. Главное, дома не же добраться. Не, дома тут нереально нехеровые. Или мы просто в таком районе живем? Как не, вон впереди стыки дома. Я охренею просто. Я уже хочу побыстрее попробовать дорожки, блин. Я не выходил, кстати, на дорожки найти. Я только бегал по прямой разминку. И все. И посередине бежал барьер. И то было лет, наверное, 6 назад. Печально. Дядь, ускорение. Дорожка охеренная, такой все бежать, гаражи, все классно. Все нравится. Вот такой манеж охеренский. Не то, что у нас. Че там? Да пока так.
Мягко, смотри, я буду кричать, если ты будешь очень быстро бежать. До конца, что ли? Не-не-не, 40 метров и сбрасывай. Девочки, разбегли. Такое нормальное, да? Все сделано. Груша есть, там, ну на рай. А, так зимой можно тренироваться. Ну, ты понимаешь, смотря сколько они берут за время. Ну, допустим, жилье. Здесь можно найти дешевле. Землю станет там взять двушку. Ну, сюда стрелочка, посмотрим, где мандат подушку. А там кабинет, походу, в конце. Ну, так что, о, вот качалочка. Экскурсия по манежу. Смотри, так еще. Плазма стоит. Вот это манеж, я понимаю. Все тренажеры, кроссоверы. Так, смотри, скамея для жима. Бороться пять! Пять штук! Пять штук, вот видишь, раз, два, три. Ну и четыре. Для разного жима. Смотри, для разного жима, для приседаний. Вон жим ногами сколько штук. Да ты шо? Нам усраться наш манеж, блин. Я думаю, здесь еще придачу... Охрененно. Так, что у нас там дальше идет? Борцы. Борцы, разы. Матрица. Да. Разы тебе. А, да. У них тут еще одна скамья. Здесь стадион, интересно. На стадионе могут тренироваться, когда приходить где-нибудь качалки сделать. Здесь можно и разбегать, и шампу, и что хочешь. Да? Охереть. Ты срак. Мне прикалывает, что тут окна большие, и все видно. Тут светло. Да. Светло, тут да. Есть... Попадает свет. Ну, это в залах светло. Куда манеж слабее. Ну, манеж, ну, так нормально. Ну, манеж же дополнительный свет еще. Так, тут лампа. Типа, тут что, волейбол? Да. Волейбольчик, волейбольчик. Вот это круто. Пацаны фристайлом тут занимаются. Круто, конечно, ничего не скажу. Приходите бороться за твое первое место. Чай, да он был. Беги, сука! Не, беги, сука. Наверное, буду там пускать. Смотри, я возьму. Вот встать. Отсюда можешь спокойно, мы всход с виража и все, погнал. Ну, здесь так отнимать тебя в центре, ну тут же народу будет куча. Тут так все сильно не поснимают. Вот там будут сам сидеть, на трибунах. В основном на трибунах сидят. Ну лучше тут, да. Как раз после круга я уже тут надо будет бежать. Круг я тебя щелкну, 300 я тебя щелкну, и там начну кричать, что ты вираж, помни это. Ты если что, камеру так заранее включи, а сам секундомер нам уже делаешь, что хочешь. В ожидании чуда, да? Так, что тут у нас? Я уже давно был. Гандбол. Малыши гонят. А не, не гандбол, это футбол. Баскетбольное три поля. Три поля. И вон малыши тоже. Правда, не стандартные, но три поля. Фото стандартные. Волейбольный больше. Бадминтон, волейбол, он чуть живет. Оп, оп, оп. Смотри, смотри, смотри. Шаба. Малой засейфил на линии прям мяч, прикинь. Да, это сказка просто, а не манеж, реально. Побегал, побегал, пошел в качалочку. Зимой можно тренироваться. Да, или фон футбол там, блин. Чего душа пожелала? Да капец, нереально. А инвентаря сколько? Вон комната забитая. У них там все есть, короче. 18-19. Интересно. Тоже, смотри. Сколько у них всего, ё-моё. Смотри, смотри. Для США гимнастика, пожалуйста. Дешевая. Прикольно. Спортивная гимнастика. Что-то девка сейчас будет брейн. Это она нормальная, как говорится. Смотри, на малую. Они так застыли. Оп. Такие смешные, смотри. Ву. Нихера себе. Он совсем улитка. То есть тебе говорю. Стой, опа.
Нихера себе. Если так прыгну, все голову, блядь, там, руки мои. А вон, оп, стрел, ёпта. Она еще гибкая такая, видел, как прогибается в пояснице? Это жесткий вид спорта, очень. Я видел, как они очень плачут, очень, когда их там гнут, блин. В Китае особенно жестко. А вон, смотри, у нее руки дрожат, она даже руки не прижали. Ты не ее поддерживаешь. Ну, это, конечно, круто, я в шоке. Короче, тут просто, если в Николаеве вот так построить эту штуку, может тупо быть, легкой атлетикой больше людей. Все можно, все вот эти залы, ММА, все закрывать и все вот это. Тупо один будет комплекс, да. Ну людей сколько будет. Не, ну серьезно. Сколько тут. Так, ты сказал три поля, качалка. Три поля. Там, а, качалка, три поля и с этой стороны. Борцовский. Четыре. И тут. Да, и здесь три гимнастические. Восемь залов, один манеж. Еще для метания. А, нет, тут видишь, тут гимнастический зал сразу идет. Ну, это тут в одном. Значит, это, 5. Это параллельные брусья для тут женщин. Где-то 5. Там, а, ну да, в принципе, там, тут у нас все в одном. Здесь сольники пипица. Это кое там самое вольное упражнение. А вот там еще, вот туда надо пойти, там, где желтая эта хрень. Там вот это с этими. Как это называется? Гимнастика вот эта с палочками, с такими. Я ничего не знаю. Вот это уровень. Да, тема. Тепло, тепло, да. А у нас, ну, у нас, видимо, ремонт когда делали, еще было. Скорая стоит, смотри. Все, все подготовили. А что у тебя стрелян башня какая-то классная? Вот. Видишь? Да, не знаю. Дом старый. Ну вот, малые девки, девки стоят. Оп, оп. А? Как эти утята. Да. Вот чем надо заниматься, ребята, да? А не херней страдать дома, блин. Тратите всю жизнь впустую. Вон еще не за. А, там этот. Сейчас будем там. Ямка. Песок хороший. Вот у меня вопрос, они его брызгают, да, перед тренировкой? Ну, немножко. Ну вот это он спушил сейчас, загребает, спушил, загребает. Брызгать нельзя, он же закаменеет. Не, он постоянно мокренький такой. Чуть-чуть, да. Не, это тренируется, это обычно, это не на соревнованиях будут. Буду участвовать точно. Ну не знаю. Для себя, но буду. Уже нет ограничений, первый разрядник и третий разрядник. На бриллиантовой они лиге, нигде ты нет. Помнишь, на бриллиантовой лиге бегают люди, которые, ну, там, в Швеции проходят, шведы бегут 100 метров за 13 секунд, там, или сколько, 12, ну, бегут. Ну, то, видимо, когда уже проигрывают, или, травмы какие-то. А, нет, просто не выпускают за соревнования, как учат, как хозяевов за соревнования. У нас в Николаеве могут все бежать, если соревнования будут такого масштаба. Ну, он же чемпионат Украины проходил, народу было до хрена. Это зал, так понял, типа, метатели ядра, там, ну, сюда мяч обычно кидают, в эту стену. Молот называется. А, молот, да, молот. Цепь такая, так что. Это молот летает. То колесо килограмм 80 или даже 120. Не помню они, точно. Они его переворачивают. Да. Классная штука, кстати. И ноги, и спина. Становая тяга делается. Видишь, одна нога качает. Бабы, блядь, такие, ёпта ноги. Подойди к ней, она тебе, блядь, такое леща прыгища. А девочки спринт. Только пришли, с разминки ходили, гуляли. Сейчас будем жрать, садиться, а то хавать хочется, как пиздец. Только встали, короче. О, бля. Вчера Лёх Бохин встал в 9 сегодня, окей. После поезда так все встали. Погодка вроде чётенькая. Сейчас кушаем и идем на разминочку. Заявляться, так сказать. Пришли на комиссию заявляться, потом на разминочку.
Мы пришли утром, сейчас где-то часов 10:30. Манеж пустой. Уже барьеры привезли, кстати. Притащили. Да, будет весело. Где там он? Трибуны нормальные. На таком манеже никогда не будет. Слегка волнуюсь. Первый раз бегу дистанцию на чемпионате. Свою притом. Раньше бегал по юношам. Сейчас с барьерами нет. Очень не любил, кстати. А сейчас хочется бежать. Ну и волнение, как обычно, это стандарт. Буду получать опыт на этой дистанции и дальше улучшать свой результат. Думаю, все получится. Сразу поднимаемся на третьем шаге и укладываем левое плечо вниз чуть-чуть, правое поднимаем. Хорошо, хорошо. Хорошо. Срака не получается. Хватит фоткать. Хватит фоткать. Подтягиваемся чуток. Не, ну тут виражи реально неудобно. Да не, наоборот, удобно. Не, ну удобно, да, ну по сравнению с нашим, блин. Жал, ты их очень плохо. Я бы сказал, даже говняно. Я согласен. Вот как сейчас по второй, когда набежал, ты вираж хорошо прошел. Ты с него ни хрена не вышел. Да реально, я вот тут бегу. Бегу так вот, и только начинаю сбегать с него, меня кидает моментально, я вылетать начинаю на дридорожку. А надо что сделать? Так я наклон держу. Не, ну значит не держишься. Я просто привык, что у нас в манеже он более такой крутой, я сильно наклоняюсь, а тут наклоняюсь так же, как у нас бежал, и меня выкидывают просто. Просто я улетел. Да, было бы неплохо, если чуть-чуть привыкнуть. Да пофиг. Сегодня отдыхать теперь, хавать. Готовиться. Собаки там, как один идем, селивка в фронтаре. Лерчик готовит. Где же такое увидишь? Только у меня голову. Сейчас надо же рассчитать. А то сейчас пельмени насыплю, вода вылится. Сейчас, подожди. Готовить не шагу? Пробуем, короче. Вот она, спринтерская сила. Тренеру звонить, говорит, Валера, вам разлил пельмени, варец. Нифига, да? Наш родителям номер, твоих родителей, я скажу, ваш сын, капец. Взрослый, это ужас. Главное, чтобы это родители не знали, я не хочу готовить себя сам. Я первым делом позвоню, скажу. Не надо, что ты палишь. Скажу, блин, Валерчик, что было вчера? Поехал со мной, всему научился. Всему научился. Про скетчпу? Скетчпа будем жрать? Труба, тут даже поле снимают игровое для тенниса, охереть.